1 апреля 2024 год, день дурака, и вопрос у меня дурацкий. Вам, ребятки, не кажется, что для того, чтобы покончить с Московией, надо покончить с Москвой? То есть не тратить свое время, нервы там на какие-то даже, ну, хорошее дело НПЗ, до этого вы видите, Байден вдруг там, Соединенные Штаты Америки в широком смысле, забрал у нас в 94-м году атомное оружие и отдал его России, принудил нас к этому, да, к украинцев. Сейчас полгода не дают нам ни вооружения, ни хрена, и рассказывают о том, что не бейте, пожалуйста, по нафтоперерабатывающим заводам, а то это цену на нефть там поднимает каким-то образом, хотя должно опускать, по идее. Байдену, блин, рейтинги снижают. КВГАЦ, что называется. Так вот, ну, не дают нам американцы вооружения своего. Может, мы, ну, я не понимаю, зачем мы тратим свои силы на борьбу с аватарами. Понимаете, вот Edge of Tomorrow, смотрели фильм? Как это, грани будущего по-русски, да? То есть мы воюем с мимиками. Вот этот мегамозг этого агрессивного тупорылого существа, он сидит там в Москве, в этом агломерации на 25 миллионов человек, там, да, Собянин говорит, 25 миллионов человек. То есть все вот эти вот кадыровцы, все вот эти, блин, анонимные, блин, ЧВКшники, вагнеровцы, блин, это все просто, ну, ипостаси, блин, какое-то, все вокруг, вот это налипшее вокруг, Якутии, там, Кавказы, Татарстаны, блин, это все просто налипшее на присохшей крови, блин, к этой Москве, то, что за последние там пару-тройку столетий это Рашкастан под себя подмял. Кавказ там 200 лет, да, там Лермонта 840-й, вот 1840-й, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. На Кавказ в ссылку поехал, да, воевал. Кавказ, вот это вот Татарстан, вот это Казань, когда там вырезали всех. Владивосток, Сибирь. То есть бороться с бурятами здесь в Украине, по-моему, не имеет смысла, пока в Москве там все цветет и пахнет, по 6 тысяч ходят там на крокус-центр на концерты. Ну, нет, я неправильно рассуждаю. Или в день дурака можно себе позволить такое? Какого хрена они дают нам оружие? Почему нам эти беспилотники наши украинские, отечественные, те, которые мы в состоянии делать и делаем, блин, нафиг, не запустить на этот гребаный мордор московский? Почему мой Харьков, блин, каждый день страдает от, блин, ракетных атак, блин, и нету никакого ПВО? Ну, не дает нам Америка ПВО, да, в достаточном количестве. Киев защищаем, но Харьков первая столица, да, первая столица. По-моему, стоит подумать над этим, чтобы доконать Московию, а это, ну, это не Россия, это, блин, там что, при Петре Первом придумали, 1721 год, да, Российская империя. То есть это Московия, московитские эти цари, блин, нафиг, и чтобы доконать этот мордор, надо доконать Московию. То есть у нас ограниченные ресурсы, все понятно, я ни на кого не возлагаю за это вину, я сам, блин, в 2014-2013 году там, в 13-м говорил, что там русские братья, зачем нам эта армия? На нас никто никогда не нападет. Ну, давайте, может, то, что есть, блин, что-то сделаем с этим, блин. Агломерация вот этой 40-миллионной. Да, Собянин говорит, что в жизнеобеспечении Москвы втянуто 40 миллионов. Может, давайте как-то работать уже, блин, отсекать, блин, нервную систему центральную, а не просто вот эти вот, блин, какашечки, блин, поналипшие, блин, на щупальцах этой Московии, блин. Всяких кадыровцев, вагнеров, блин, нафиг, бурятов, блин, всю эту чепушень, блин. Блин, матюкнулся первый раз, наверное.